Добрый день, дорогие друзья! С вами на связи интернет-магазин пневматики «Попади в 10.ру». Сегодня вашему вниманию мы покажем пневматический пистолет Swiss Arms P84. Это пневматическая копия Беретта М84, сделанная из металла. Давайте откроем коробочку и ознакомимся с ней. Собственно, привычная нам 84-я Беретта, такая же, как производят другие заводы-изготовители, как вы видите. Достаточно все привычно. Из подвижных деталей здесь у нас спусковой крючок, далее флажковый предохранитель с защелкой, верхнее положение предохранителя боевое, нижнее безопасное. Ну, в общем-то, и все. В качестве прицельного приспособления на модели используются мушка и цели, они нерегулируемых. Дополнительные прицельные приспособления не предусмотрены. Извлекается магазин нажатием на круглую клавишу, находящуюся на стыке спусковой скобы и рукояти. Выходит рядный магазин на 20 шариков. Опускаем в нижнее положение и засыпаем небольшое количество шариков. Источником энергии в данной модели является баллончик с CO2 на 12 грамм газа. Его хватает примерно на 70 выстрелов. Длина пистолета 175 мм, вес порядка 780 грамм. Производитель заявляет, что скорость полета шарика при стрельбе из данной модели составляет около 110 метров в секунду. Мы это проверим сейчас при стрельбе через хронограф. Теперь по зарядке баллончика в данный пистолет. К сожалению, с данной моделью в комплекте поставки шестигранный ключ не шел, поэтому мы используем свой стандартный шестигранный ключ, который у нас имеется. Так, секундочку, подберем нужный ключ. Вот он. Ну и, собственно, выкручиваем. Ключ у нас это шестерка. Ну, достаточно стандартная модель, найти ее несложно. Но придется все-таки его докупить отдельно. Здесь у нас массивный дожимной винт под шестигранный ключ, что очень даже неплохо. Далее вставляем баллончик, вставляем дожимной винт, наживляем его немного и крутим. Помним, что в тот момент, когда перестает шипеть газ после пробития, нужно остановиться, передавливать баллон не стоит. Вот и все. Шипеть перестает. Хронограф мы заранее включили. Сейчас будем стрелять из данной модели. Так. 107,5. Ошибка замера. 108,1. 108,6. 108,1. 103. 101,5, 104, 103,6, ошибка замера, 99, 100, и все. Газ закончился. Ну, в смысле, шарики закончились в пистолете. Давайте посмотрим на результаты. Они идут в обратном порядке, не так, как я их называл. Но максимальная скорость очень похожа на заявленную производителя. Это уже шли другие замеры с предыдущих выстрелов. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. С вами был интернет-магазин пневматики «Попади в 10.ру». Подписывайтесь на наш канал на YouTube, будете получать свежие и полезные видеообзоры. Если вам понравилась данная конкретная модель, Беретта 84, вы ее можете купить у нас в магазине, проконсультироваться по всем характеристикам, обязательно звоните нашим менеджерам или пишите на e-mail, вам обязательно помогут. На этом все, до свидания.